Ребят, всем большой привет! Сегодня мы с вами едим вкусные роллы. Я первый раз пробую роллы из доставки о суши. Пишите в комментариях, если знаете, какого блогера эта доставка. Вообще, я думаю, что о суши будет просто, знаете, типа толстенная рыба. Но на самом деле все достаточно обычно. Вот, попробуем как на вкус, давайте начнем. Здесь у нас запеченные мидии, фила, калифорния, с угрём. Давайте я вам покажу. С угрём вкусная и запеченная филадельфия с лососем. Сверху что-то там из манго. Ну, попробуем. Попробуем, все вам расскажу, насколько это действительно вкусно. Давайте начнем вот с этого. Это просто... Филадельфия, как видите, рыбы, ну не прям, что супер очень много. И они большие. Вроде вкусно. Чали. Вроде бы вкусно, но достаточно обычно. Они там пишут то, что у них типа свой рецепт риса. Ну, может быть, да. Давайте дальше. Я еще заказала миди. Так они выглядят. Кстати, достаточно сочно выглядят и такие увесистые. Слушайте, ну у меня, как всегда, только я взяла в рот мидию, у меня отключилась съемка, потому что закончилась память. Слушайте, знаете, такая тема, я когда начинаю снимать, я думаю о том, что, блин, сейчас может память закончится, и ничего с этим не делаю, она заканчивается. Короче, эти штуки вкусные. Давайте сразу еще одну, не отходя от кассы. Вот она так выглядит. Вкусная, большая. Вкусно, я взяла соусом. Сочным. Давайте пробовать это. Сейчас возьму поудачнее. Тут внутри авокадо, лосось. И огурец. Ребят, почему решила заказать эти суши? Потому что видела на них много обзоров, когда только-только они их запустили, это прям был бум. Знаете, были питерские такие вкусные суши, и это вот как будто бы был какой-то, не знаю, там ответ им, что вот такие есть и в Москве. Вкусно. Но достаточно все обычное, не знаю, как роллы можно сделать необычные, но... Знаете, пресные. Мне очень понравились вот эти. Короче, бывают у меня идеи начинать снимать на YouTube, типа, ну, выпускать по 3 видео в неделю. И раньше мне как-то это получалось, да, там какой-то период, я там могла месяц такое выпускать. Они большие.
но сейчас нет времени так много снимать. Раньше я прям приходила с работы, и мне было все равно, устала, не устала. Все, сажусь снимать. Сейчас я, наверное, обленилась с зимой. В общей сложности вот этот сад, две дополнительные позиции мне обошлись в 2800. Но повторюсь, что я думала, между этой доставкой и яме Но яме я уже заказывала, она вкусная, она мне нравится. Знаете, там роллы прям сочные. Здесь немножко не так. Здесь все достаточно сдержанно, я не знаю, такой рис. Как каша. И каждый ролл, если в отдельности, здесь стоит порядка там, не знаю, 550-650 рублей. Но многим людям нравится. Видимо, я придираюсь. Эти вкусные, эти не очень. Мне собака лазит. Тоже хочет роллов. Ему нельзя. Кстати, мою собаку на улице часто хотят погладить дети. И подходят и говорят: можно погладить вашу собаку? Но у нас собака боится других людей. Незнакомых. Да. Поэтому я говорю: ну вы можете погладить? Но он боится. Я, короче, села снимать, Чарли просто не можете найти место. Заколола бы я еще отсюда, наверное, нет. Ну, помните, что мы пробуем разные доставки. И по итогу выберем самую лучшую, самую вкусную. Не знаю, может попробовать доставку Галич. Ну, там просто тоже цены космос, типа, не знаю, ролл 1000 рублей. Не 1000, а там 700, 800. И если вы живете в Москве, прошу вас посоветовать мне какую-то доставку, которая реально вкусная. Мне как бы Якитория суши нравится, потому что они, ну, ты их заказываешь и знаешь, что, ну, будет вкусно. Заказывая эти, я думаю, что они у меня будут во рту таять. Такого не произошло. Если бы я заказывала их на стол там, типа, ну, когда друзья собираются, или там на день рождения, я бы расстроилась, потому что они очень обычные, знаете, а-ля... Может быть, пробовали, нет. В Питере, в Москве есть такая доставка. Достоевский. Там роллы дешевле, и они вот такого качества. Ну, то есть это неплохо, но это и не прям вау. Ребят, последнюю я наелась уже.
целом я довольна. Будем дальше искать. Думаю, может быть, вообще, так как сейчас нет времени готовить, особо что-то придумывать, сделать неделю суши, заказывать, тестить разные варианты. Но, знаете, вкусно, тут один майонез. Всем большое спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Мы обязательно с вами встретимся совсем скоро, а я побежала редактировать это видео. Целую!